Дизель-шоу. Білоруські вчені кажуть, що якщо батьки відрізати голову, то він ще півгодини буде бігати та розповідати, звідки на Білорусь готувався наступ. Останнім часом здоров'я картопляного фюрера дуже погіршилось. Адже щодня мільйони українців та білорусів посилають Лукашенка страшні прокльони. Я впевнений, що настане той момент, коли вони досягнуть цілі. Отже, уявіть, що збулась мрія українців та свідомих білорусів. Наші дні – Мінськ, президентський палац. Дивимося. Чтобы целы душа были молоды, были молоды. Евгений Михайлович! Боже! Что ж вы каждый раз так пугаетесь? Опять проветривать надо. Боже! Евгений Михайлович, докладывайте, пожалуйста, как там первые. Во-первых, не кричите так. Не кричите, все нормально. Во-вторых, он отдыхает. Можно сказать, нормально. Какает, кушает, кушает, какает, 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 кушает, какает. Иногда спит. Ага. Когда спит, не кушает, но... Я понял. Я понял. Дело в том, что все КГБ уже на уши поставили. У него же завтра визит в Москву. Ну, так это не ко мне, это ему к проктологу надо. Да, чтобы он это все подготовил, прочистил. Визит. Послушайте, он это делает три раза на день. Мне важно сейчас, как понять его, вот сейчас надо ей поставить. Ну, извините, я не волшебник. Так, ладно, какие у него жалобы? Жалуется он на что? Ну, в основном на Польшу. Я веду по здоровью. По здоровью, вы спрашиваете. Ну, знаете, говорит, тело ломит, ну и задница чешет. Странные симптомы. Такое ощущение, что он не в Москву собирается, а уже вот вернулся из Москвы. Ладно. А подобные проблемы у него раньше были? Ну, значит, один раз было. Когда он нашей рогачевской сгущенки перекушал, 8 банок съел. Ого! Не слиплось? Слиплось. В том-то и дело. Слиплось. Но мы в тот раз клизмами справились. Понятно. Ну а сейчас какие-то лекарства давали? Лекарства. Из всех лекарств он только зеленку принимает и доверяет ей. А остальное, говорит, это все происки Запада. Ну так если он доверяет зеленке, возьмите и намажьте его зеленкой. Я предлагал. А он сказал, если он в таком виде весь в зеленке в Москве появится, то все подумают, что он Зеленского поддерживает. Понимаете? Послушайте, вы объясните мне, пожалуйста, вы хоть какое-то лечение проводите? Ну вот, знаете, над бульбой дышит. Вот, картошка, говорит, варите мне картошку. Дышит и дышит. У него уже волдырь на лбу вскочил, а он все дышит. Я говорю, может, перестаньте, Александр Григорьевич, может, хватит. Он говорит, нет, я так ковид вылечу. И эту заразу также вылечу. Вот, понятно. Вот так, анализы вы брали какие-то? Какие у него анализы? Естественно, брали. Все в порядке, все в норме. Ну, только почему-то превышен крахмал. Ну, понятно. Возможно, это ошибка. Возьмите анализы еще раз. Ну, еще раз это вы сами знаете. Я ему последний раз попросил в баночку описывать, а ему кто-то из Москвы в это время позвонил. Он номер увидел и не только пописал, еще и... Да я понял, понял, понял. Значит так, давайте, нам нужно понять, что с ним происходит, правда. Смотрите, он же недавно был в Зимбабве, да? Да. Может быть, он там какую-то заразу подхватил? Исключено, он там предохранялся. Я не об этом. Я имею в виду, может, его какая муха ЦЦ укусила. Может, его вообще в Африке там прокляли? В Африке? Да. Прокляли? При чем тут Африка? Вон, когда в Беларуси бомбардировщик взлетает, его вся Украина проклинает. Африка. При чем тут Африка? Так, я не понял. А почему все шторы занавешены, а? Это его личный приказ. Он сказал, чтобы завесили шторы, чтобы никто не видел,
как он, извините, задницу чешет. А как он чешет? Ну, как собака. В смысле? Ну, в смысле, на ковер вот так вот садится и поехал. Знаете, как матричный принтер. Третий ковер уже меняем. Но они дорогие, брестские. Ой, Евгений Михайлович, о. Вы еще тут? Тут, Александр Григорьевич, тут. Отворите мне еще бульбу, я подышу. Отворил уже, отворил. Ой. 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 Александр Григорьевич, ну зачем вы встали? Я же вам сказал лежать. А я тебе что, собака? Выполнять твои приказы. Я лежал. О, что такое? Опять новый ковер постелили? Что-то вы зачастили в последнее время. Это вы зачастили, Александр Григорьевич. Ой, так хорошо. Лежал. Даже заснул. Ай, сон мне такой хороший снился. Будто я прилетаю в Москву на большом-большом самолете. А Путин меня встречает не на красной дорожке, а прямо возле самолета. Я даже когда дверь открывал, его немножко по лбу стукнул. И я вот только шаг делаю, он мне сразу на шею как бросится и кричит: «Сашенька!» Так и кричит: «Сашенька!» Говорит: «Долги возвращать не надо». И после этого берет и целует меня в губы. Я сначала отпрянул, а потом думаю: ну чего это я? Столько лет мы уже вместе, наверное, пора уже делать следующий шаг. И так старается, главное, сопит весь, на носочках тянется. Я его поэтому так за талийку приподнял, чтобы ему легче было. А он берет мне и язык в рот как засунет. Я испугался, проснулся в этот момент. А оказывается, эта Умка, собака моя, на лицо мне налезла и с усами моими балует. Надо Умку на вязку свозить, потому что надоело это уже все. Александр Григорьевич, а вы себя нормально чувствуете? Плохо я себя чувствую, плохо. Тело как будто не мое. И там вот, там болит все и чешется. А когда чешу, и болит еще больше. Ой, отвезите меня, наверное, в Ледовый дворец. Александр Григорьевич, ну какой сейчас хоккей, ну правда? Какой хоккей? Я просто на льду посижу. Ну, может быть, прокачусь один кружочек. Послушайте, я предлагаю сделать так. Вы сейчас сядете, успокойтесь, и мы придумаем, что со всем этим делать. Хорошо? Да не могу я сесть! Непонятно тебе, что ли? Болит у меня там. Мы сейчас аккуратно поставим стульчик. Александр, как вы поставите? Смотрите. Между двух стульчиков. Ну, ага. Между двух стульчиков. Сядьте аккуратненько. Вот так. Вот. А ничего. Такой приятный сквознячок образовался. О. Нравится мне на двух стульях сидеть, нравится. Уже 29 лет. Вы рот так... закрой. Александр Григорьевич, у вас завтра визит в Москву, надо бы что-то с этим сделать. Забыл я совсем. Надо позвонить, сказать, что я не пролечу. Что это такое? Телефон. Кнопки где? Виноват. Вот, другое дело. И позвонить можно и убить кого-то. Так, как у меня Путин записан? И, извините, а может на Х? Что это на Х? Ну, хозяин. Не на Х, а на В. Владимир? Властелин.
Алло, Владимир Владимирович, здравствуйте. Это я. Ну, кто? Ну, ваш любимчик. Нет, не Катыров. Нет, Сашенька, как вы любите меня называть. Не узнали? Богатым буду? Не буду. Да и хрен с ним тут бы выжить. Владимир Владимирович, я чего звоню? Не могу завтра прилететь. Здоровечко подкачало. Да нет, нет, мы справляемся. Нет, нет, не надо никого просылать. Ну, если вы так настаиваете, то, конечно, спасибо вам за это. Все, ждем. До свидания. Целую, как вы меня во сне. Потом расскажу. Сказал, пришлет какого-то шамана алтайского. Он и его лечил, и Лаврова, и сейчас взялся кодировать Медведева. Ну, там шансов ноль, конечно. Александр Григорьевич, я, конечно, прошу прощения, может быть, не надо этого шамана, может быть, вы еще над картошкой подышите. Да что-то не помогает мне священная бульба. Это потому, что вы ртом дышите. А если вы тем местом? Это смотрите, как? Смотрите, вот так вот поставим сюда и... Опа! Ай, печет! Убери! Убери ее отсюда и сам убирайся. Все, ты уволен. Иди и пиши заявление. Каждый день одно и то же. Садись. Это что за звуки такие? Опять митинги начались? Так, всем приготовиться, разбудите Колю, принеси мой автомат без рожка, который... Давай, давай, давай. Александр Григорьевич, подождите, мне кажется, что-то подсказывает, что это шаман уже приехал из Москвы. А как так быстро? Ну... Они что, его на истребители, что ли, доставили? Может быть. Вот видишь, как Володенька за меня переживает. Да, вы не волнуйтесь, Александр Григорьевич, я 20 лет на Алтае работал, я с шаманами, ну, хороший вообще язык нашел. Знаю, что они даже мертвого поднять могут. Ну, понятно, он же Путина лечил. И вам здравствуйте. Кого-то он мне напоминает. Коленьку моего. Когда я ему в первый раз алкоголя налил. Вот точно так. Всю ночь у него вертолеты были. Я извиняюсь. Можно в бубен не так сильно бить? А то у меня бубен и так раскалывается. Александр Григорьевич, он же не просто стучит бубен, он создает специальную эмоцию, чтобы войти в транс. А, тогда лучше включить песняров. Я под них прямо усыпаю. Забери у него бубен, принеси баян. А чего это он меня обнюхивает? Он хочет узнать, вселились ли в вас злые духи. А он меня не обсыкает? Мой умка постоянно так делает. Сначала обнюхает, потом ножку задирает. Пришлось ногу ему отрезать. Не переживайте. А это что сейчас происходит? Это он общается с духами. А вам что, не нравится? Ну, не то чтобы не нравится. Просто это меня почему-то заводит. И так он на Путина из моего сна похож. Это сейчас что было вообще? Это шаман выводил вас из мира болезни. Он меня из мира болезни прямо в потусторонний мир завел. У меня сердце чуть не остановилось. Не переживайте, ну поймите, нужно немного потерпеть, чтобы потом стало хорошо. Это моя фишка. Обычно я такое белорусам говорю.
Что он хочет? Кажется, шаман просит вас подойти туда и нагнуться. Нагнуться. Прямо нагнуться? Прямо нагнуться. Я, конечно, политик с большим опытом. Я в таком положении долго стоять могу. Но просто хотелось бы понимать, зачем? За что боремся, так сказать? Ты за ним внимательно следи. Если будет пристраиваться, пристрели. Да не меня! Ну что он там? Там вроде ничего, все спокойно. А, он просит, чтобы я помог. Так помогай, что ты стоишь. Так. А ну-то, опа. Чтоб ты понимал, ты второй КГБшник, которому я позволяю вот так близко ко мне подойти. А кто первый? Не АА, а ВВ. Ой. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, заявление с сегодняшним числом подписывать или с задним? Ты зачем вошел? Извините. Это я не тебе. А. Ну, вы сами сказали заявление. Засунь его в задницу! Есть! Я не тебе! Иди отсюда! Я никому не скажу! Он все видел, пристрелишь его потом. Ну, что там? Это что, это он меня сейчас сфотографировал? Ну, я думаю, может, это для фотоотчета в Москву. Так это же, может, Путин увидит. Так, а ну давай, перефотографируй меня. Я же не улыбался. Другое дело. Ну, давайте уже приступать к процедурам. Ну, что ты там видишь? О, Путина вижу. Хозяин приехал. А, так это просто портрет. Ну, на всякий пожарный поцелую. Только без языка. Становитесь, как стояли, да. Ой. Это он меня что сейчас, Путин им по заднице ударил? А зачем? Ну, возможно, он передает вам его иммунитет. А, иммунитет у него сильный. Пускай передает. Спасибо. Спасибо. Иду к... Ой, извините. Это что же это получается? Я сейчас в лицо главнокомандующему второй армии мира газу напустил. А давайте мы скажем, что это так. Беларусь возвращает России ее газ. Да, становитесь назад. Я извиняюсь. А Владимиру Владимировичу такую процедуру тоже сделали? Я думаю, что да. Ну, если Володя терпел, то и я должен терпеть. Давайте. А ни капельки не больно. Фу, знаете ли, старая школа. И не такое проходили. Согласен. Это уже слишком. Это можно повредить газопровод.
А, нет, 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 мы... Вот, я отказываюсь от такого лечения. Не согласны, да. Он о, это шаманская книга, я знаю. Он сейчас просто устроит какой-то обряд. Пусть чувак, да, давайте, это нормально. Аудиокниги я люблю. А чего это он вокруг головы ее водит? У меня ж болит немножко в другом месте. Ну, может, это потому, что у вас голова и больное место напрямую связаны? Может быть. О. Может быть. Алло? Да, я у первого. Да, конечно, знаю про шамана. Он как раз с первым работает. В смысле, он только в аэропорту приземлился. А это тогда кто? Мне кажется, мне уже легче. Александр Григорьевич! Александр Григорьевич! Александр Григорьевич, вы как себя чувствуете? Ты что сделал? Дай сюда! Конституция Республики Беларусь. Він не хотів почути голосів білорусів, тож тепер білоруси не почують його голосу. А ти хто? Головне управління розвідки України. А ця гніда більш ніколи не буде видавати злочинних наказів. Ах, так, знаєш, що я щас тебе устрою, а? Слава Україні! Ух ты! Александр Григорьевич, Александр Григорьевич, вы вообще страной управлять сможете? Ну, приспи, ни хрена не изменилось.